Так, погнали, погнали, погнали. Так, ускоритель. Ускоритель прям моментально у нас закончился. Надо будет... А мы же бензопак купили, ребята. Так, ждем. Может быть, даже какое-нибудь оружие лучше купить. Побосявей. 109. А, 78. А, давай пулемет. Ох, нифига, в смысле 255? Вот уже написано 78. Написано одно, а стоит совсем других денег. Ладно. Я запомнил. Я запомнил, ребята. Как они нас обманывают. Обманывают. Ладно, сейчас мы должны немножко заработать скорость выстрела. Ну, смотри, ну, мы по 100 баксов зарабатываем. Все. Теперь пулеметик у нас должен быть вообще нормальный. О, прямо на 3 ускорились мы хорошо. А, мы еще так вот кораблем своим можем уничтожать коробочки. Я не знал. Ух ты, 238 долларов заработали. Давай этот ускоритель купим. Но. Ускоритель вообще тема. Видишь, мы сразу ускорились. И едем на большой скорости. Можно нам еще даже... О, вообще нормально. Да, коробки нам помешали держать нашу большую крейсерскую скорость. Понял, понял я, когда надо ускоритель включать. Понял. Сейчас мы, смотри. Мы сейчас едем не спеша. Уничтожаем вот эти вот всякие штуки-дрюки. Так, а, нет. Ускоритель все-таки надо вначале еще включать. Да, я все понял, я все понял, я все понял. Ускоритель надо сразу включать, чтобы нам ускориться и нормально ехать. Вот. Давай, 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 немножко еще. Ах, не хватило ускорителя. Здесь хитро все сделано. Я даже до этих зомбарей не доехал. 400 монет. А, движок. Движок. А, давай еще раз движок. Поехали. Посмотрим. Вот, нормально. Но у нас этот не особо он быстро стреляет. Вот у нас загвоздка из-за автомата этого. Очень слабый автомат. У нас это все тормозит, понимаешь? Но более-менее двигатель вытягивает. Не, пока мы не купим нормальный автомат, у нас ничего не получится. Надо, ребята, деньги на автомат все-таки копить, покупать нормальный пулемет. О, купили. Ну, проверим, проверим. Ну что, ребята, давайте еще поиграем. Мы играем с Хектоуник. Хектоуник, кто такой? Вообще не знаю, сейчас посмотрим. Ага. Нам надо победить, чтобы заработать и еще что-нибудь открыть интересное и вкусное. Так, вот у нас ребятки стоят. Выбираем сразу. Давайте подсолнушек. Потом кукурузку. Орешек. Потом кого? Вот этого возьмем, давай. И двойного горохострела. Все, поехали. У нас команда одна и та же, да? Ага. Так, давайте подумаем. Давайте посадим сюда. А, слушай, подожди, знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас сделаем Let's Rock и посмотрим, будут нам давать или нет. А, блин, почему нам этих не дали? А, вот, все, все. Почему-то вот один раз только тогда сделали, да? Так, садим вот этого чувака. Их надо садить, ребята. В таком диапазоне. Так, еще одного сейчас сюда посадим. Так, бегут чуваки. Так, вам, пожалуйста, масло. Так, кто у нас там еще остался? Ну, сейчас мы еще одного посадим, подожди. Вот. Все, ждите, ожидайте. Своей очереди. Сюда можно подсолнушек посадить. Ага, давайте мы будем садить подсолнушки сюда. Так, сразу масло, подсолнух. Так, хорошо. Дальше, кого мы сюда садим, ребята? Еще одно маслица одно сюда. А, как они сделали хитро, смотри, а. Ё-моё. Ладно, сейчас вот этого. Огнеметика. И вот этого чувака.
Хорошо, прям таки. Ждем. Ждем немножко. Так, одного отщелкнули у меня, да? Тихо, куда ты забираешь мои солнышки, а, гад? Ладно. Сейчас я подождем, подождите. Сейчас я вас маслом угощу. Сейчас я угощу вас маслом. Сейчас вы меня попробуйте масло. Так, ладно. Кого сюда еще посадить? Так, давайте вот этого быстренько. Всем маслица на голову. Так, ну вроде бы интересно, да, понятно. Понятно вроде бы немножко, как играть. А у нас 700 монет, это прям вообще неплохо. Давай одного сюда посадим. Пусть стреляет. Так, вот эти как-то победить надо, я не знаю как. Ладно, подождем, еще 40 секунд есть у нас. Так, какой-то чувак вышел. Ох ты, ё-моё, какой-то злодей, а. Надо будет еще одного чувака посадить сюда. Вот так вот. Всем масло на голову. 20 секунд, но я думаю, мы пройдем, ребята. Спокойно. Ждем. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай еще одного такого чувака сюда посадим. Давай, стреляй в них, стреляй. Вот, постреляли. Масло. Получите, ребята. Мне для вас ничего не жалко. Так, еще одного маслянистого. Так, двойного сюда садим. А, все. Вот мы и победили. Угу. Прикол, ребята, я фишку нашел. Как можно легко победить. Нужно не сразу всех садить. А садить именно уже, когда в игре ты находишься. О, пиньята. Что у нас там? Какие-то чибрики. Ладно. Как они, интересно, играют. Это же этот. А, они в домик залазят? Что за фигня? Ладно, мы их потом посмотрим, ребятушки. Ну и мы получили, чего-то там получили. Еще одну пиньяту. Давайте посмотрим, что там. Так, опять какой-то чибрик. 20 чибриков? А, мне чтобы открыть, надо 200 чибриков вот этих найти. Нифига себе. Ну, как-то так, ребята, как-то так. Играем за Абрамса, ребята. Играем Танк Стар. Давайте подъедем немножко. А мы сейчас здесь встанем. И попробуем попасть в него. Давайте еще ближе сделаем. Вот в этом месте нормально. Чуть повыше. Огонь. Есть. Попадание. Ну что у нас враг? Что захочет сделать? Ой-ой-ой-ой. Мимо. Нифига там был авиаудар какой. Мощный. Мощная ракета была. Если бы она в меня попала, это было бы не очень хорошо. Ох! Хорошо, стрельнули мы в него. Так, что он думает? Что он хочет сделать? На, мимо. Ё-моё, все там разнес. Давай, огонь! Ух ты! Спасло его это. Его это спасло. Офигеть, вот это у него... Штука была. Прикольная. На! Попадание! Есть! Практически уничтожили. Сейчас посмотрим. Попадет в меня, нет? Да, ничего такого. Не было попадания. Так, давайте подъедем поближе, подъедем. Вот здесь встанем. И будем стрелять вот с этого места. Огонь! Да, нет, нифига не да. Я думал, я его уничтожил. Ух ты! Хорошо, что он там поставил эти лимонки, бросил прям в яму. Так, у нас что-то здесь еще есть. Давайте посмотрим. Ух ты! Флейм Пилар! Я хочу его попробовать. Я еще ни разу не брал. Давайте выстрелим. Ох-ох-ох-ох-ох! Нифига! Огонь какой мощный. Все, он сейчас умрет. Уехал, смотри, с огня. Уехал. Была такая возможность, и он уехал. Мимо. Так, что у нас закончился, да, этот огонь суперский? Давай его щелкнем. На, получай. Уничтожили его, представляешь? Все. Победа. Ребята, победа. Прикольная игрушка. Мне понравилось.
Но у нас, ребятушки, 13 уровень. Double Impossible Mega Ramp. Игрушка. Так, 5000 у нас денежек есть. 5000. Давайте выберем синенький автомобиль. Поедем на синеньком. О, ребята, это что, реально 14 уровень? Мне кажется, они повторяются, уровни. Прикинь. Уровни, мне кажется, повторяются. Мне кажется, мы здесь уже ездили. Ладно. Посмотрим, какой же там 15-й будет уровень. Интересно. Так, первая звезда есть. Так. Вторая звезда. Это, мне кажется, да, уровни что-то они... Разработчики схалтурили. 15 уровней написали. А сделали это всего лишь уровней максимум 10. И потом они пошли на повторяшку. Я так думаю, не знаю. Как ты думаешь, напиши в комментарии. Так, а вот эта крутилка вообще в другую сторону крутится. Прикинь. Фига, разработчики, надо будет... Я, ребята, им напишу обязательно. Я свяжусь с разработчиками, напишу, что у них вот такой вот есть косячок. Пускай они добавят новые уровни. Я им напишу. Обязательно. Сегодня же я им напишу, разработчикам. Так, уровень пройден. Ребята, монстр так. Когда же мы его разблокируем, интересно. Ребятушки, продолжаем мы играть Aim to Die. У нас интересная здесь миссия такая. Называется Хэллоуин. Хэллоуин будут бросать здесь нам птички, да? Птички, летучие мыши, ребята, будут нам бросать какие-то вкусняшки. Ну, какие вкусняшки? Не вкусняшки, вот эти вот тыквы, которые мы должны будем, ребята, уничтожать. Хотя, в принципе, я не знаю, как мы их будем ломать. Да, нам нужно их поломать. О, вот эту птичку сейчас. Опа, нет, не достали. Так, ну назад вернуться уже нельзя, к сожалению. Ну ладно. Не, а, все, первую разбили. Сейчас вот эту сейчас хлоп с ним. Есть, 6 штучек из 16 мы споймали. Не сильно и много, конечно. Так, ну мы будем за боков тут, конечно же, давить. Карта, кстати, не особо... Первая карта не особо... такая коротенькая, небольшая карта. Все, приехали мы в новую миссию. Так, ладно. Давайте выберем другую тачку. Вот эту возьмем. Опа. Нет, не споймал я. Так, он стреляет? Он стреляет только по этим зомбакам. А эту мы не можем взять, слушай, да? Тыкву. Тыкву получается... Да, ё-моё, сложно, конечно же. А вот здесь, может быть... Да, уничтожили тыкву. Эту тоже будем сейчас уничтожать. Есть! Хорошо. Теперь более-менее понятно, как я с этими тыквами-то проблему решать. Всё, едем. Проехали мы эту карту с вами, ребяточки, хорошо. На такой автомобильчике прикольном. Давайте возьмем другой автомобиль, вот этот. На нем поедем. О, первую я пропустил. Вот эту я вторую уничтожил. Так, где там? Эту я не смог словить. Так, где-то здесь еще будет. Ага, готово, ребята. Отлично. И у нас еще в конце есть тыква. Только я что-то не помню, где там она в конце, тыква. Так, вот такой вот автомобиль у нас мощный, прокачанный. Мы проезжаем всех. А, вон тыква была. Я ее просто, ребята, пролетел. Давайте еще раз попробуем. Опа, есть первая, вторая. Ой, пролетели мы вторую. Так, а третья где у нас? А, что-то я не заметил, где у нас третья была тыква. Давайте переворачиваемся. Ну, последнюю тыкву я знаю где. Она просто лежит на земле. Не надо ее будет сейчас хлопнуть. Так, все, не спешим. Тыква вот она лежит. Есть! У нас осталось две тыквы. Две тыквы, ребята. Давайте возьмем первую тыкву. Опа, где она? О, мы ее пролетели. Нифига себе. Ладно, главное вот эту сейчас не... Есть, все, последняя тыква осталась у нас, ребята. Давайте ускорение включим. А, все, кончилось ускорение у нас, к сожалению. Ладно, у нас в начале тыква есть. Надо будет ее как-нибудь с вами разрушить. Сейчас проедем полностью карту. И сделаем заново. Вот здесь тыкву, надо аккуратненько ее взять.
вот она тыква сейчас будет. Опа, попаду я ее. Нет, промазал, ребята, промазал. Ладно, подождем секундочку. Сейчас мы ее точно возьмем, вот эту тыквочку. Если получится, конечно. Так, нужно аккуратненько. О, поехали. А-а-а, не смог, нифига себе, ладно. Давайте проедем полностью карту. Вот это когда тачка прокачанная, вообще классно ехать, быстро очень. Всех зомбарей мы мочим. Есть. А, прошли карту. Ладно, давайте отправимся. Ага, ну такая тачка. Если нравится игрушка, ставь лайк обязательно. Будем играть ее дальше.